Город воинской славы, город первого салюта. К этим званиям «Орла» должен примкнуть бренд «Литературная столица». С такой инициативой выступили на публичных слушаниях члены попечительского совета возрождения дворянского гнезда и общественники. У городов есть своя судьба. И судьба даровала городу Орлу еще одну уникальную особенность – стать колыбелью для большинства, большого числа классиков русской литературы. Город Орел называют третьей литературной столицей, но документального подкрепления этому нет. А основания есть, отметили участники слушаний. К примеру, в областной столице когда-то жили и трудились 180 русских литераторов. Орловщина литературная – это понятие сформировал Николай Семенович Лесков еще в 19 веке. И фраза-то эта стала хрестоматийной. Орел воспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родине никакой другой русский город. Общественная инициатива на публичных слушаниях была одобрена. Обращение о присвоении Орлу бренда «Литературная столица» направлено городским чиновникам.